редкий урожай собрали в Екатеринбурге. Экзотические плоды принесло комнатное растение «Монстера». Правда, ждать, пока на цветке появится фрукт, пришлось долго. Растению больше 20 лет. На вкус, по словам екатеринбуржцев, плод напоминает ананас привкусом земляники. Как выяснилось, фрукт полезный, в нем содержится много витамина С. А вот тем, у кого аллергия на ананас, лакомиться экзотическими плодами не советуют.